Всем привет, доброе утро. Мы сегодня хотим совершить прогулку вот на таком прогулочном катере, посмотреть достопримечательности и хотим вас взять с собой. На вот таком кораблике можно плавать каждые 15 минут, они есть разные. Есть побольше, есть поменьше, и сейчас мы уже заходим. И приятного вам путешествия. Ну вот мы уже начали наше путешествие, отплыли от причала. Покажу немножечко здесь окрестности. Девчонки сидят, Ванесса, Джалиса. Пляж. Вода такая голубая-голубая, прям вообще очень голубая вода. Не знаю, передаст камера цвет, нет, но вода просто мечта. Вот здесь катаются на джетске. Да, чаечка. Чайка полетела. Гоняют как. Это поздоровались с лодочкой. Такая здесь подводная лодка. Я сейчас покажу, она как раз плывет. Сейчас она субмарина. Вот она выплывает, такая красная. Вот здесь впереди порт. Можно также вот так полетать. Здорово. Камера, конечно же, не передает, но очень красиво. Это наше побережье. И вот это вот весь наш остров получается. Вот там вот конец острова. Вот там. И вот здесь начало острова. Он отделен морем, отделен от других городов. Поэтому можно добраться через мост, через море, или вот на прогулочном катере, на корабле тоже можно доплыть. Вот здесь где-то кемпинг был, мы с вами ходили, гуляли, прогуливались. Наверное, где-то вот там. А, вот он, да, вот этот вот. Бухта вот это кемпинг. Наверное, приземляется. Смотри, приземляется, Джулис. Сейчас в водичку. Может быть, а может и нет. Я хочу
Да ты что? Как здорово. Все, дотронулся водички, опять взлетает. И опять взлетает. Смотри, полетел. Поднимается дальше. А вот самолет прямо над нами летит. Вот он, такой большой, хорватский. Такая красота вокруг. Такое умиротворение, тишина, благодать. Все очень здорово. Небольшой лайнер стоит. Парусники. Она часто выходит вот сюда в море, стоит здесь, отдыхают на ней. Хорошенькая такая. А вот еще плывет маленький кораблик небольшой. Сейчас мы его словим. Наверное, опять поздороваются, не пугайтесь. Смотрите, какое судно. Что-то они там делают. То ли его чинят, то ли наоборот. Там рабочие работают. Что-то вот там пилят, сверлят. Да. Здесь интересно, можно посмотреть, если, может быть, кому-то нравится, интересно, как здесь что устроено. Такие подъемники мощные. Яхт сервис. Марина und Яхт сервис. Здесь можно, наверное, наверняка дозаправиться и так далее. Сервис какой-то получить, отремонтировать что-то, дозаправиться. А вот мы сейчас уже, наверное, причаливаем. Ой, какой лайнер красивый. Девчонки мне подсказывают. Покажу вам, смотрите. Вдалеке вот этот был. Такой красивый. Поплыл куда-то. Красота. Немножко приближу. Не знаю, доча. Возможно.
частная лодочка. Она сосет. Держись только. Такой ветерочек не слабый. Очень красиво, доченька. Да, я сняла уже. Яхточки какие. Да-да, ландет. Приземляется вот здесь. Очень красиво, да, доча? Держись только. Сейчас у нас будет остановочка, мы пойдем погуляем. Снимаю вслепую, очень сильно слепит, светит солнце, поэтому прошу прощения, не обессудьте, если где-то как-то немножко будет некомфортная съемка, потому что я просто снимаю вслепую, ничего не вижу, наугад, но надеюсь, что все получится. Да, доченька, очень красиво, я сейчас поснимаю, наугад уменьшаю, увеличиваю, буквально... Угадываю, потому что светит солнце, такие отблески, так ярко. Вот это сейчас может быть очень опасно. Ой-ой-ой. Увеличил ход. Да-да-да, можем. Может случиться неприятность, но я думаю, мы пройдем удачненько. Да, очень прям кнап. Очень-очень. Да, очень, я вижу. Угу. Сейчас попробуем снять. Часовня бьет, очень красиво здесь вот башня. Можно забраться на вот эту башню, смотрите, там. Надеюсь, что-то будет видно. Мне ничего не видно. Лайнер уплывает. Да, дочек, очень красиво. Ой-ой-ой. Вот с этим лайнером мы точно не разменемся. Как-то мы должны сейчас, а вот замедлили ход. Такой огромный. Кстати, читала новости, а буквально позавчера или, ну вот на днях буквально читала, не помню в какой день, что в Венеции, там вот где мы отдыхали в порту, круизный лайнер очень большой столкнулся. Да, доченька. Круизный лайнер столкнулся на причале. Тоже так прям паника была. Красиво такое.
Вот мы приехали. Какая красота! Сейчас пойдем гулять, смотреть достопримечательности. Смотрите, как красиво. Очень красиво. Такая крепость здесь сейчас. Снимем крепость с этой стороны. Какая красота вокруг. Пойдем на выход и встретимся с вами в другой части видео.